Война не закончилась. Сотни ракет летят по жилым домам. Мирные жители и семьи страдают. Нам страшно. Страшно не от того, что мы будем жить в экономическом неведении. Ведь у нас забирают и разрушают наши дома. Мы попросту не можем ходить на свои работы. Жить жизнью. Жизнью, которую мы любим. В стране, которую мы искренне любим всем сердцем. И каждый день мы живем в страхе от того, что не можем выйти на связь с родными, потому что войска Российской Федерации бомбят наши города. Каждый день мы начинаем нашу переписку со слов «Как вы? Живы?». Страшно от осознания того, что твои друзья, будучи в пути, на трассе, могут быть подло и варварски расстреляны. Во время Второй мировой войны немецкий пастор и противник нацизма Мартин Немеллер сказал следующие слова. «Когда они пришли за социал-демократами, я молчал, потому что я не был социал-демократом. Когда они пришли за коммунистами, я продолжал молчать, потому что я не был коммунистом. Когда они пришли за евреями, я молчал, потому что я не был евреем. А потом они пришли за мной. И уже не было никого, кто бы мог за меня заступиться. Мужний и сильный народ Украины. Тримаймось. Мы на своей земле. Слава Украине!»